приехал на чемпионат России, я привез Карцева, молодого спортсмена, и Прокопьева. И вообще у нас команда была сильная. Выиграли мы первое место в ЦФО. Работает трудяга, он. Вот и все, все результаты поэтому получились у нас. Сами видели, наверное, да, какое исполнение красивое. Вот чистотой он берет. Да, участвовал он. Он даже выигрывал фестиваль молодежный. Потом у нас маленькая травма, Пашка, лечились мы тоже долго. Год, поэтому тоже. А сейчас, кажется... Отвратительно прошел для меня чемпионат России, если бы не турник, если бы не финал. Потому что многоборье первый день я прошел очень плохо, второй день получше. Хоть немножко компенсировал финал. Это был мой первый чемпионат. Себе лично я ставил задачу пройти ровно, ну, без падений. На медали я вообще даже не рассчитывал, а тут и команда, и получается на перекладине. Это для меня вообще супер. Это совершенно другая атмосфера и опыт. Мне вот это больше запомнилось. Ну, это по-другому все. Я делала сегодня два снаряда. Это бревно с вольнами. По поводу бревна, в принципе, довольна, но надо его все-таки доработать. А когда выхожу, я все-таки не уверена, не чувствую. Вольные. Хотелось бы, конечно, первое место, но, к сожалению, допустила комарки, и оценка была меньше. Форма, на самом деле, была такой. Я не могу сказать, что прям очень хорошая, но достаточно стабильно делала комбинации, поэтому была, в принципе, уверена. Ну, конечно, конкуренция чувствуется, потому что появились девочки, которые младше, моложе, и им многие элементы даются легче, программа сложнее, и надо было делать стабильнее, чище. Мне не получилось бревно, я, конечно, расстроена очень. И вольный тоже. Результат не очень. Могла я лучше сделать. Были ошибки, поворот не доделала, там немного выходила за ковер. Это был мой первый чемпионат. Форма у меня нормальная была. Неделю готовился. У меня суставная губа сломана была. Потом, я не знаю, что еще было. Ну, в общем, полгода я восстанавливался, и полгода я вообще не тренировался. Обязательно. Обязательно. Пока мы в базе маленечко проигрываем, ну, ребятам основным, по элементику добавим, значит, у нас все получится. Будем с ним сражаться на равных. Нет, я думаю, то, что каждая гимнастка, она уникальна и должна равняться сама на себя. Есть. Даже два. Артур и Никита, я думаю, это ожидаемо. Домой возвращаемся. У нас неделя межсборья, потом сбор на кругом озере. Ну, наверное, вот Кубок России в Новосибирске. У меня сейчас учеба, четвертый курс. Надо защитить диплом. Сейчас мы готовимся к Олимпиаде. Сперва к Европе, потом к Олимпиаде. На Кубок России тоже поедем. Домой. Отдыхать. Кушать. Пойду в зал, соревнования мотивируют. Еще я хотел поблагодарить своего личного тренера Леонида Сергеевича Морозова, то, что подготовил меня к соревнованиям. Спасибо вам, Леонид Сергеевич. Очень рад, что вы меня тренируете. А еще я хотел сказать всем привет. В общем, спасибо за поддержку.